Если у вас была холодная эмоциональная мать, то, скорее всего, у вас будут такие сложности, как сложность проявлять чувства и эмоции. Вы не доверяете людям. Вам достаточно сложно выстраивать отношения. Вы не принимаете себя. У вас сложности с удовольствием и радостью в жизни. Скорее всего, у вас очень жесткий характер. И, скорее всего, у вас сложности с личными границами. В одиночку с этим вопросом разобраться очень сложно, поэтому приглашаю вас в личную терапию.